Делегация провинции Ганьсу Китайской Народной Республики наведала Гродно. Подчас официального приема у облвыканкаме представники двухбаковой встречи обмерковали наибольш перспективные накерунки дальнейшего супрацовництва. У приватности, у наиближайшем шасе было вырешено сделать ставку на реализацию совместных проектов у медицинской галине. Как было означено, уже подписаны певные погоднения, которые предугледжуют будовництво у головном городе в области Центра традиционной китайской медицины, а так само максимость обмену специалистами. Тасяна Барануска подробязнее про то, как реализуются уже досягнутые домовленности и про планы на дальнейшее супрацовництво. Ровно 10 год тому были подписаны первые погоднения об взаимовыгодном супрацовництве помеж Гродинским облвыканкамом и провинцией Ганьсу Китайской Народной Республики. И сегодня Приемовский край все больше активно притягивает инвесторов с Поднебесной. На данный момент на территории в области зарегистрированы 4 организации с китайским капиталом. У Гродних это центры традиционной китайской медицины, которые открыются у осени этого года. Данный проект финансируется за счет китайской стороны. То есть это прямые инвестиции Китая в Гродненскую область. Сейчас идет активная фаза стройки. Создано предприятие, директором которого является представитель Китайской Народной Республики. И идут ремонтно-строительные работы по созданию данного центра. Данный центр расположен на улице Доватора, возле первой детской поликлиники. Как планируется, у центра будут оказывать амбулаторно-поликлиничную медицинскую допомогу и вести специализованную урочебную практику. Працовать там будут китайские специалисты. Зараз идет процесс легализации их диплома у нашей краине. Параллельно распрацовываются и иншие накерунки супрацовництва у медицинской галине. У центре традиционной китайской медицины провинции Ганьсю у Гродні мы будем пропоновать пациентам усходние методики лечения разных захворваний. Говорка идет про хворобы, которые, махчима, не поддаются лечению теми методами, что практикуются в Европе. В ближайшем часе мы будем проводить перемовы об обмене лековыми препаратами, а так само об махчимости стажировки белорусских медиков на нашей территории и, наоборот, китайских урачов у вашей краине. А кроме поширения межрегионального супрацовництва у медицинской галине, представники Гродинской области выказали затекальность у реализации инвестиционных проектов и у інших сферах деятельности. У приватности за сродки китайских партнеров у Принемане мают намер побудовать центр логистики на территории свободной экономичной зоны Гродный Инвест, створить новое энергоемистое вытворшее предприемство, а так само узвести туристичные объекты на Августовском канале. Зараз идет активный пошук потенциальных китайских инвесторов, которые будут готовы у вас обить усе гэтыя проекты ў жыццё.